7 октября 1915 года в Одессе родилась поэтесса Маргарита Алигер, русская советская поэтесса и переводчица, журналистка, военный корреспондент. Маргарита Алигер осуществила переводы около 40 поэтов с болгарского, грузинского, еврейского, азербайджанского, украинского, латышского, узбекского, венгерского, литовского, корейского языков. 1 августа 1992 года Маргарита Алигер погибла в результате несчастного случая, упав в глубокую канаву неподалеку от своей дачи в подмосковном поселке. 5 августа 1992 года литературная газета опубликовала некролог. Его подписали 25 известных поэтов и писателей. Среди них Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Евгений Долматовский, похоронена на Переделкинском кладбище рядом со своими дочерьми.